Мама, а что они едят? Они едят рис. А что такое рис? Это семена растения риса, очень популярного и распространенного во всем мире злака. А как выращивают рис? Рис – очень необычное растение. Существуют различные способы его выращивания. В любом случае, нужно много воды, которая обычно течет по рисовым полям очень медленно, слоем в несколько сантиметров. Эта вода нагревается солнцем и ночью сохраняет в тепле нежные растения, которые в противном случае очень сильно бы мерзли. Для создания рисовых полей необходимо идеально выровнять поверхность земли. С этой целью применяют очень мощные трактора с большими отвалами, которые используют красный лазерный луч света для правильной планировки поля. Для выращивания риса каждый год тракторы должны сначала вспахать землю, а потом с помощью специального орудия сделать ее рыхлой и мягкой, чтобы растения прорастали сквозь почву и хорошо росли, но в то же время плотной внизу, для удержания воды на полях как можно дольше. После этого рисовые поля покрывают слоем воды, и земля превращается в грязь. Чтобы засеять и внести удобрения, которые будут подпитывать растения, на тракторы устанавливают специальные колеса, узкие и с острыми краями, которые режут слой грязи и упираются в слой, твердый, уплотненный при вспахивании земли. Затем ждут, когда проросшие растения подрастут, а энергия солнца и вдыхаемый воздух поспособствуют хорошему созреванию. Тогда воду сливают и на поле выезжают зерноуборочные комбайны, которые собирают колосья и отделяют зерна риса. Наконец, зерна очищаются и становятся белыми и готовы для приготовления и употребления в пищу. Ура! Я все понял! Поеду тогда вспахать поле!